Привет всем, мои дорогие друзья! Сегодня я по вашим просьбам записала ажурный узорчик. Многие просили меня какой-нибудь ажурный узор, потому что начинают уже готовиться к лету и вяжут ажурные кофточки и топики. Нам еще до лета далеко, поэтому мы еще не вяжем летнее. Ну, а для тех, кто вяжет, вот такой вот оригинальный узор. Он очень простой и в то же время красиво смотрится из тонких ниточек. И я думаю, что для летних кофточек, топиков он отлично подойдет. Вот так покажу вам поближе. Это его лицевая сторона. И вот так он смотрится с изнаночной стороны. Раппорт узора состоит из 7 петель плюс 1 дополнительная петля и 2 кромочных. Если вам нравится этот узор, то давайте его вместе с вами свяжем. Для образца я набрала 17 петель и вяжем первый ряд. Кромочная, 1 петля изнаночная, накид. Далее мы будем провязывать 2 петли вместе лицевой с наклоном влево через протяжку. Первую петлю снимаем, не провязывая, вторую провязываем лицевой и протягиваем ее через снятую. Вот получилась такая протяжка. 2 лицевые и 2 петли вместе с наклоном вправо. Петельки разворачиваем и провязываем их слева направо, 2 вместе лицевой. Накид. Это мы провязали один раппорт нашего узора. Далее повторяем. 1 изнаночная, накид, 2 петли вместе с наклоном влево через протяжку, 2 лицевые и 2 вместе с наклоном вправо. Петельки развернули, чтобы они у нас красиво смотрелись, и провернули и провязали их слева направо. Накид и в конце ряда изнаночная и кромочная. Первый ряд провязали. Второй и все четные ряды, все петельки вяжем по рисунку, как смотрят петли. Лицевые над лицевыми, изнаночные над изнаночными. Накиды тоже провязываем изнаночными. Третий ряд. Кромочная, 1 изнаночная, 1 лицевая, накид, протяжка, 1 петлю снимаем, следующую провязываем лицевой и протягиваем через снятую. 2 петли вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 1 лицевая, 1 изнаночная. Это один раппорт узора. Дальше повторяем. 1 лицевая, накид, протяжка, 2 петли вместе с наклоном вправо, накид, 1 лицевая, изнаночная и кромочная. Итак, мы провязали в высоту один раппорт нашего узора. Дальше узор повторяется с первого ряда. Вот очень просто, вот так оригинально вяжется этот ажурный узор. И получается вот такая красота. Ставьте класс, если вам понравился этот узор. Пишите в комментариях, куда вы его используете. Подписывайтесь на канал. Всем пока и до встречи в новых видео.